Привет, мои дорогие любимые зрители, все, кто увлекается рукоделием. С вами Марина. Вы просили что-нибудь поинтереснее сшить? Сегодня такое видео. Буду шить маленькую нужную вещичку, которая подойдет всем. Женщинам в сумочку, детям, которые всегда все теряют, в рюкзачок можно положить. Мужу, сыну, только по цвету, конечно, подобрать. А также вашей бабушке, которая пошла погулять и все всегда забывает. Для соседки, наверное, тоже нужна такая вещичка. Я взяла цветные лоскуты про размеры. Размеры любые, вы сейчас поймете. Я шью маленькую вещичку, но можно большой такой органайзер шить. Да-да, это органайзер. Маленький органайзер для мелких вещей. Туда можно положить ключи, губную помаду, денежки. И бумажные, и железные. Я решила использовать флизелин, чтобы уплотнить ткань. Может быть, вы заметили, у меня в зеркальном отражении. Я соединила два лоскуточка. Это просто, чтобы повеселее. А можно делать все одного цвета. Флизелин понадобится. Еще вот эти маленькие кусочки. Вы видите, они лишние. Я их сейчас обрежу. И еще приклею в одно место. На которое... Там будет кнопка, поэтому кнопку надо укрепить дополнительно. Такую маленькую вещичку шить, но одно удовольствие, я вам скажу. Времени затратите мало, это как развлечение какое-то, а в то же время порукодельничали, что-то придумывали. Пригодится. Вот я сшила для ключей. У нас, например, в тумбочке в прихожей лежат запасные ключи от подвала. И каждый раз начинается, кто идет в подвал, где ключи от подвала, где ключи. А вот если в какую-то цветную такую штучку положить, их сразу будет видно. Сшили одну красную, другую зеленую, от сарая, от подвала, от дачи. Ну, просто как запасные ключики. Или в дамскую сумочку положить. Досмотрите до конца видео, будет очень интересно. Вы придумаете, зачем вам это надо. А моя мама всегда говорила, вот так хочется пошить. И она садилась, шила, например, там полотенце подшивала, простыни. А когда мне приходит в голову, вот хочется пошить, но чтобы быстро. Я вот придумываю, например, такие маленькие вещички. Размеры вы любые выбираете себе. А понадобится два лоскуточка. Верхний у меня цветной, а другой однотонный. Это будет внутренняя часть, подкладка. Я покажу самый простой метод пошива. Я думаю, что вам понравится. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Два лоскуточка сложила лицевыми сторонами. И хочу вверху сделать закругление. Для этого взяла бобину от скотча. Также использовать можно блюдечко или что вы придумаете. Нужно прошить и оставить внизу место не прошитое. Для того, чтобы потом все вывернуть, я беру линейку и показываю, что оставить надо от края побольше 1 сантиметр. Это позволяет потом заправить аккуратно внутрь, а иногда вот оставляют здесь мало места и приходится вот, ну, как бы очень, ну, неудобно так. Вот делайте побольше, не экономьте 1 сантиметр ткани. Все. Иду на швейную машинку и прошиваю. Какой вы хотите сверху? Может быть, даже не будете закруглять, а сделаете другой формы, уголочком. Так тоже можно. Мастер-класс, когда снимаешь, что-то придумываешь, всегда хочется что-то такое для вас показать. Простое и оригинальное. Моя цель – вести канал о рукоделии, делиться с вами идеями, показывать свое домашнее рукоделие. Некоторые думают, что у меня тут курсы кройки и шитья. Нет, можно отнести к развлекательному контенту. И все бесплатно для вас, дорогие мои. Только я от вас прошу подписку, лайк и приходите ко мне в группы ВКонтакте, в Одноклассники. Я веду канал на Ютубе, на Дзене, канал в Телеграме. Иногда я говорю, меня в интернете много. Я всегда оставляю под видео ссылочки. Где вам удобнее, там меня и смотрите. Вот так я сделала фигурными ножницами, обрезала и подрезаю уголочки.
Помните, я флизелин квадратики приклеивала? Они должны быть в середине и на то место, где я закруглила. Ну все, теперь нужно вывернуть, еще раз разутюжить. Всегда держите под рукой утюг и маленькую мини-гладилку. При пошиве ваши изделия будут смотреться лучше, если после каждой проделанной операции вы проутюжите. Палочка деревянная мне помогает вывернуть уголочки. Я иногда говорю «волшебная палочка». И вот получилось две заготовки. Заправляю. Видите, 1 сантиметр был, поэтому легко я заправляю внутрь. Еще раз можно или ногтем вот так вот зафиксировать, или утюгом. И потом прошить на швейной машинке, и все. Вот такая у меня получается сегодня идея, воплощение маленькой идеи косметички-органайзера. Простой ведь, скажите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Простой мастер-класс. Идея нужная? Я считаю, что нужная. Но ваше мнение мне тоже очень важно. Некоторые говорят, что я много болтаю в видео. Я пробовала под музыку записывать. Сразу полетели комментарии. Марина, мы хотим с вами общаться. Ну, дорогие мои зрители, ну, кому совсем не нравится мой голос, ну, можно же выключить правильно и смотреть молча. И вот теперь я складываю. Размер зависит, чтобы сложить 2 раза. 1, 2. Или сделать вот такую. Но это не очень интересно. Мне кажется, вот вариант, когда в 2 раза складываешь, денежка туда положили, монетки, они никуда не денутся. И она такая получается маленькая, яркая, но надо пришить еще какую-нибудь такую шлевочку, петельку, чтобы в сумке зацепить или в рюкзачке внутри спрятать, в кармашек. Мы же делаем с вами маленький органайзер для нужных вещичек, а они должны в нем хорошо спрятаться. Монетки, ключики. Еще осталось кнопочки установить и прошить вот здесь вот сбоку на швейной машинке. Так как я утюгом все хорошо проутюжила, все ровненько получается, такие яркие органайзеры. А это у меня мини-гладилка из старой разделочной доски. Я беру такие тесемочки, вкладываю их, и теперь уже можно делать строчки на машинке с 2 сторон. Или по контуру прошить, зафиксировать полностью вот такую косметичку. А представляете, если это будет большой размер, туда можно положить шлепанцы для бассейна или там какие-то документы. Возьмите джинсовую ткань или однотонную, и у вас будет эта вот косметичка. По такому принципу она будет любого цвета, любого размера. Когда я шью какие-то косметички на кнопках, вы задаете мне вопросы, где я покупала кнопки и специальный такой прибор, приспособление. Это инструмент для установки кнопок. Я вам скажу, что покупала на сайте AliExpress, на маркетплейсах Wildberries. Поищите, напишите в поиске в интернете, и вы всегда найдете. Есть вот такой еще маленький замочек, которые вот на эту тесемку я прикрепила, колечко. Это все такие маленькие приспособления для удобства, чтобы этот органайзер закрепить куда-то в сумку или к карману прикрепить. Но это вы уже сами придумаете, правильно? Какие установить кнопки? У меня цветной органайзер, поэтому любые, какие вам понравятся. Есть такое шило, я прокалываю. И второе еще буду делать в то место, где я тоже в середину приклеивала флизелин. Теперь вы уже догадались, зачем я это делала. Вот сказала вам, что любые кнопки, а если по-честному, я их еще и подбирала по цвету. Смотрела, какой цвет здесь присутствует, какой-то такой сиренево-фиолетовый. Такие кнопки и выбрала. Потому что снимаешь на камеру, но хочется вот даже в маленьких деталях, чтобы было вам интересно смотреть. Вот это специальное такое устройство, которым легко можно установить кнопки. 2 косметички готовы. У меня их уже дома нету. Девчонки их уже утащили в свои рюкзаки. Сказали в школу
нужно ключ брать с собой. А помните, в детстве мы носили ключ на какой-то тесемке на шее? Кто это помнит, поставьте, пожалуйста, лайк. Я всем желаю здоровья, хорошего настроения, удачного творчества, мои дорогие. И все у вас получится.